Всем привет! Сегодня понедельник, а это значит, что мы продолжаем информировать вас о том, что творится в мире шоу-бизнеса. И сегодня поговорим о лучших из лучших, по мнению американцев, украинцев и, конечно же, телеканала Music Box. 30 ноября CTS Records совместно с nightlife.net проведут вечеринку в столичном клубе «Франклин», на которой будут оглашены и награждены победители конкурса «Best Track in Ukraine 2013». Мир узнает победителей конкурса «The Best Track in Ukraine 2013» во всех жанрах и специальных номинациях. Авторы лучших треков получат ценные призы. В этом году специальным гостем конкурса станет один из самых опытных деятелей на мировой транс-сцене – Вуди Ван Эйден. Он отыграет свой специальный сет на сцене клуба «Франклин». Лайнап: Серджио Мега, Диджей Йоши, Аква Бит, Максим Плей. Главный приз конкурса – Advanced USB MIDI, контроллер Akai Max 49 и диджей-контроллер Numark Mixtrack Pro 2, предоставлен магазином Moostorg. Приз слушательских симпатий получит автор трека, набравшего максимальное количество голосов по итогам голосования пользователей портала nightlife.net. В специальной номинации Kiss FM Choice победитель получит горячую ротацию на Kiss FM. В этом году компания The Best Track in Ukraine 2013 будут издаваться на физическом носителе USB Data Disc, а также в digital формате на лейбле CTS Records и будут доступны слушателям во всем мире. Music Box First Dance Television.